Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Хочу вам предоставить вашему вниманию приложуху интересную. Вот такая вот приложуха, она есть, ставится на смартфон и на часики под Wear OS. В данном случае я вам покажу это на Galaxy Watch 5. Что значит эта программка дает? А дает она, значит, следующее. К примеру, если мы возьмем с вами часики на Tizen, это такие часы, как Active 2 в данном случае, то у них реализована возможность показа, допустим, можно вывести иконку там калорий, этажей и так далее и тому подобное. Информацию имеется в виду на циферблат. На Wear OS этой возможности нет. Системно как бы нет, поэтому вот такие вот умельцы, которые придумывают, и у нас появляется возможность это делать. Смотрите теперь, значит, вот видите, у меня здесь этажи, здесь сколько я прошел и калории. Именно это приложение дает такую возможность. И вот оно само вот так выглядит. Вот это вот, которая желтенькая, она самая. Давайте немножко пройдемся, и я вам покажу, как это все дело работает. Во-первых, включение. Вы ее включили. Дальше у нас там что? Установка дистанции. Километры, мили там и так далее и тому подобное. Отсюда вышли дальше. Сет, это у нас степ и флопс. Какие у нас, значит, здесь дистанции будут? Шагов сколько вы хотите? Вот до 15 тысяч, допустим. 15 тысяч воткнули. Хорош. Дальше. Шаги. Вернее, этажи. Сколько этажей? До 300 этажей, дорогие друзья. До 300 можете поставить себе количество, да, что, ну, максимум пройти, сколько вам надо. Вот десяточку, допустим, воткнули. Дальше у нас следующее. В каком приложении будет открывать, когда вы нажмете на иконку, выведенную на циферблате? В моем случае я поставил Samsung монитор здоровья. Вот, смотрите. Нажимаю я, значит. Все, у меня открывается монитор здоровья. Вы же можете поставить, и она будет открываться в приложении. Ну, смысла в этом нет. Зачем оно? Оно вот такое вот приложение. Вышли, и внизу вот здесь будут показаны пройденные шаги, дистанция какая. Дальше калории там, ну и все такое. Мне кажется, что все-таки в Samsung здоровье это выглядит немножко поинтереснее, так скажем. Поехали дальше. Что у нас там дальше? Дальше у нас как все дело будет от... А, нет, это мы с вами уже посмотрели. А вот здесь как будут отражаться данные. Допустим, у меня, видите, иконка, да? Вот, иконка этажей. Здесь же можно сделать, чтобы была не иконка, а был текст. Допустим, вот выбираю Flops и ставлю текст. Еще раз Flops, ставлю просто текст. Выходим и смотрите. У меня уже появился просто, видите, Flops, этажи и 0 Floppers. Этажи, просто текст. Ну, текст неинтересно лично мне. По мне так лучше все-таки именно... Когда иконочка, можно иконку и текст, можно просто титры, можно просто цифры. Неважно. Но вот такая вот приложуха. Ну, естественно, сколько-то она там стоит. Она платная в Play Market. Но так как в России невозможно купить, можете мне написать вот по этому адресочку. И я помогу вам с приобретением данного приложения. Так что, если что, пишите на Telegram. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал обязательно, ставьте лайки, ну и все остальное. До свидания, до новых встреч.